Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Минуточку внимания, хочу посоветовать вам свой бизнес. Мой бизнес — это аптека в городе Южный. Находится он возле башни Останкино, а также рядом возле СТО Южного. Найти мой бизнес можно через GPS, 6 раздел. Листайте в самый низ, и вот мой бизнес, 41-й. В моем бизнесе вы можете купить аптечки, маски и разные лекарства, и не только. Если вы любитель сходить на ВЧ, либо патрулить полицейских, то вам именно ко мне. Вход, конечно же, бесплатный, заходите и закупайтесь. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня у нас новая серия по Мазингу. Сегодня будет необычная серия, думаю, по названию роликов догадались. Моник здесь Кирилл Путбуль. Не забывайте вводить моник по регистрации. Итак, чуваки, сегодня мы поговорим о одном человеке. Это Леон Капулов. Лидер ОПГ Южного. Расскажу вам все подробно, потому что данный человек кое-что плохое сделал. Ну и вообще расскажу, что за ситуация произошла в данной ОПГ со мной, якобы. С Леоном я знаком уже где-то полгода, грубо говоря. Он был моим другом, мы с ним общались и так далее. И вот недавно он мне типа написал, что... отчеты типа там делать и так далее. Хотя на тот момент я и так собирался ходить с ОПГ. И типа я написал, снимай. Скриншоты, конечно, я предоставлю. Вы увидите все на экране. Если, ну, что я найду, то я вставлю, пацаны. У меня пруфы есть. И я написал, типа, ну окей, снимай, я хоть бабки типа покоплю. А то только на объявы уходят бабло. И вот я уволился, короче. Выложил видос Бурка в деле, кстати, который был... И там сказал то, что я ушел по ЖЖ. Он капсом там выймался, типа, вот ты не ушел по ЖЖ, типа, я тебя снял. Я такой, блядь, ну окей, окей. Я ему написал, решил разобраться в этой всей ситуации. На что он ответил, я тебя уволил, типа. Я говорю, ничего, что я по ЖЖ ушел, как бы, переписка есть, как я сказал, типа, снимай меня. Понимаете, для него, типа, что меня снял, значит то, что он указал причину снят. Хотя... он уволил меня с причиной снять из-за того, что я не успел зайти и просто уволиться по собственному желанию, потому что я был занят в тот момент, я в игру не зашел и не прописал команду LAV, я мог вот такую команду прописать просто и все. Так бы, блядь, он бы не выебывался, а так, типа, что он лично меня уволил, типа, по причине снят, он выебывался, типа, что он меня снял, а не я по СЖ ушел, хотя все довольно-таки наоборот, я ушел по СЖ. Потом, что сделала эта крыса? Почему крыса? Сейчас я вам все расскажу. Я не собирался это видео снимать вообще, но данный человек сам виноват. Я не хотел опускаться до уровня, потому что он слил всю инфу про меня, как у него была. И, блядь, я такой думаю, окей, написал ему. Знаете, почему он слил всю инфу про меня в один паблик? Думаю, сами догадываюсь, какой. К нему зашел ВК чувак, которого я совершенно не знаю и с ним не общался. Типа сказал, что я с ним был только ради лидерки и все. И типа мне похуй на него и так далее. Блять, понимаете, этот чувак, по-моему, он меня, короче, админку просил на моем сервере район РП. Кстати, он уже не мой сервер, если что. Он меня просил там админку. И этот чувак потом зашел и тупо наебал Леона, реально. Он просто бы рассказал то, чего я ему даже говорил, потому что я с ним даже не общался. Он ему поверил и тупо слил информацию всю. Про меня. Леон слил в паблик всю информацию. Там был такой пост, типа, что... он меня спрашивает, что ты собираешься делать на 10 тысяч? Я написал, типа, сделаю себе минет. А дальше он переписку не показал, где я жестко смеялся. Типа, это была просто шутка. А он это показал, кому-то я это серьезно, на серьезе, типа, говорил. Блядь, такой просто еблан, серьезно. Он даже полностью переписку не скинул, какая была. Там просто жесткий ор потом был. Дальше этих слов. А ему похуй, реально, он решил меня типа там унизить, подставить и так далее. Но блин, дружище, у тебя не получится. Хотя ты мне не друг, ты просто ебаная крыса. Что еще? Он слил про меня всю инфу, я ему писал там и так далее. Мы там жестко с ним разбирались. Ну, в итоге я решил, что пошел нахуй, пусть он лучше для меня умрет, грубо говоря. Да? И я с ним больше того, кстати, не общался вообще.
Данный человек настроил против меня всю свою ОПГ Южная, весь свой состав, чтобы они меня деймили. Да, такое происходит, они тупо меня связывают просто так, без какой-либо отыгровки, без ничего. Я не снимал это, потому что я данным людям, блядям, внимания я уделять не хочу даже. Они просто меня сливают, связывают и так далее. Он просто их настроил против меня. Понимаете, раньше, когда мы с ним дружили, он утверждал, типа, я с ним ради чего-то дружу. Лол, блядь, ничего, что все, что у него есть, это благодаря мне. Понимаете, я всегда поддерживал, помогал ему, донатил даже на випки ему. Донатил деньги, чтобы он варно себе снял. Я ему всячески помогал, просто так, по дружбе. И то, что у него мустанг появился, тоже моя заслуга. Я подарил ему его, потому что мне подарил Монро, я решил подарить Леону. Также бизнес, я ему добавил миллион на бизнес. Есть видео, как бы, с таймом, что я действительно ему подарил этот лям, добавил на бизнес. Он его продал, блять, в два раза дороже и купил себе BMW 5,60. Но у него денег не хватало по-любому, понимаете? Я знаю, он тупо с общака бабки брал постоянно. Постоянно брал бабки с общака просто. И тратил их на себя. Данный человек утверждает, что типа, блядь, как ты не мог за неделю потратить лям на объявы? Не мог? Ты серьезно, блядь? Ничего, что каждый, блядь, секунду просто я объявы кидал. За полчаса 50 объяв выходило. Посчитай, сколько это бабок. Посчитай сам, сколько это бабок. В день 100-200 тысяч уходило спокойно. В неделю уходило около ляма, если не больше. Так что не нужно там выебываться. Я действительно тратил постоянно лично свои деньги. Он никому, сука, зарплату не платил. Он даже повышение проводил, понимаете? Я подписчику обещал, я ему говорю, типа, давай делай повышение. Он такой, бля, потом сделаем. И постоянно он завтраками кормил, и все. Просто, сука, не уважает людей реально. Минуточку внимания. Хочу поставить вам бизнес своего друга. Его бизнес — это СТО в городе Южный. Найти его можете легко, а оно находится недалеко от ДПС и недалеко от ВПГ Южного. В СТУ вы можете поставить различный тюнинг. Перекрасить свое авто. Поставить азот, чтобы ебать всех со светофора. Поставить различные диски, чтобы ваша машина была четкая. Также починить и ускорить ее по максимуму. На каждый автомобиль цены разные. Чем машина дороже, тем дороже на нее тюнинг. Прокачивайте свой автомобиль только в этом СТО. Зарплату мне ни разу бы зарплату не дал, ни разу вообще, даже на объяву ни тысячи не дал, ни рубля, понимаете? Я тупо тратил постоянно свои бабки. Наркоту я за свои бабки постоянно закупал, объявы я за свои бабки постоянно. Оружие, металл, все я тоже раздавал и так далее, блин. Он по сути, блять, ну делает он там тоже РПшки и так далее, блять, я охуенно работал. А ему это не нравилось, блять, типа ты мало активишь, блять, ты играешь там на других проектах и на своем проекте на данный момент это играл. Блять, ну и чё, я нормально активью, понимаете, он заходит, блять, там в 2 часа дня, я сижу уже с 9 утра, делаю собесы, и говорю, ты мало активишь, да ты нахуй, долбоёб, сука, ебаный, блять, мало активишь, блять, такой просто пиздобол, постоянно видели люди, что я в игре, блять, постоянно собесы и объявы кидал, кому ты, блять, рассказываешь сказки, серьезно, блин, такой бред. Реально, он сейчас настроил своих дурачков против меня, типа, чтобы они меня деймили. Хотя, блядь, эта дура ни зарплату не платит, ни всеобщее повышение делает, нихуя. Реально, просто нихуя. Он пытается просто стоять, чтобы на админку. И такая ситуация была, у него 3 дня не было интернета. Типа, он написал ГА, что он уехал. Типа, ему надо было уехать и так далее. А причина была простая, он никуда не уехал. Просто он построился со своей мамой, и она не захотела платить за интернет. И у него 3 дня не было интернета. Он у меня клянчил денег, я бы ему дал, но у меня на тот момент не было денег. И я эти 3 дня все делаю за него, РПшки делал, собесы и так далее. Блин, просто неблагодарная скотина, реально, просто уёбок. Реально, у него все, что у него есть, это благодаря мне просто, благодаря мне, блять. И просто этот долбоёб настроил против меня своих ОПГшников. Реально, просто бред, реально, такой гандон конкретный просто. И у меня есть звуковые дорожки, где он говорил, что типа, вот я залью склад, типа, иду, да, это шо... Сейчас через 15 зайду нахуй, сейчас заберу, блядь, или в ну сожжем, блядь. Если я сниму свои законные 200 тысяч, мне ничего не будет. Когда я, блядь, пришел, было 1,1, блядь. Шутки, но все же, блин. Понимаете, его не было 3 дня, там накопилось 2...
там какой-то левый чувак сказал, что я с ним дружил ради лидерки. Ты серьезно, блядь? Ты серьезно, блин, просто он левому чуваку поверил. И типа говорит, ты слил, типа, первый. Я просто кинул переписку нашу, где мы говорили насчет того, типа, я сам ушел после ЖЭ, или он меня уволил. Я скинул переписку в беседу, в обычную беседу, где сидит 7 человек. Понимаете? И, блядь, это типа слив. Я просто спросил мнение других людей, и все. А его это, блядь, бесило. Ну, скорее всего, он просто решил так стрелку кинуть на меня. Типа, я виноват. Хотя, на самом деле, это он уебан, какой, сука, слил тупо всю нашу переписку, какая у нас была до этого. Реально просто уебок. И помните видос, как, когда я показывал, типа, что подарили ему мустанг? Он потом неделю, сука, меня выпрашивал, типа, давай ты мне бэху, пожалуйста, дашь, а мустанг ты разыграешь между подписчиками. Ну нихуя себе человек нагр, реально. Я ему подарил машину, мустанг, довольно-таки хорошая машина, блядь, любой рыжик о ней мечтает. Он типа говорит, давай ты мне лучше бэху дашь, говорил, ты жадина и так далее, блядь, да иди ты нахуй, какого хуя тебе должен давать машину? Монро ее подарил мне, я не хотел бы слабо, что я тебе ее не подарил, блядь, если бы знал, что ты такая сука ебаная, реально. Просто реально. Давайте подведем итог. Данный человек просто крыса, реально, просто крыса. Когда он стал на лидерку, сразу отношение ко мне поменялось. Знаете, он ко мне обращался как не другу, а как просто к подчиненному, блядь. Не охуел ли? Охуел, реально. Я реально ему помогал, я пытался, чтобы просто он съел свой срок. Но это неблагодарная сука. Он просто может вас любому кинуть. Реально. Я советую вам ему не верить, блять. В ПГ к нему не идти, потому что он хуесос ебаный. Я надеюсь, что на админку не встанет. Потому что он этого не заслужил. Если бы не я, блять, его бы уже тогда сняли давным-давно, блять. Когда он 3 дня не активил и сказал, типа, он уехал. Хотя у него просто не было интернета, я все делал за него. Поэтому, блять, я вам все рассказал. Переписки какие были, показал. Делайте выводы сами. Я вам высказал свое мнение. А на этом у меня все, всем пока-пока.